Это город Куала-Лумпур. Сейчас я подниму немножко вверх объектив. Перед нами возникнут знаменитые башни Петровс. Голубое небо и творение человечества, современные технологии. Теперь посмотрим, что находится внизу по кругу от данных башен. Пошли влево. Left. Вот. Я стою вот на таком мосту. Так, если вы стояли сейчас со мной на мосту, недалеко от башен Петронас, видели вот такую карту. Формы проявления внешнего мира. Мы не будем уходить сильно далеко в эти формы. Давайте глядим на эти внешние формы. Включим свое сознание и начнем наблюдать свое тело. Почувствуйте свои кончики пальцев ног. Пройдитесь к ногам вниз, вверх по телу. Почувствуйте ладошки. Пройдитесь по спине вниманием своим, по груди, плечам, голове. И теперь охватите внимание все свое тело. И посмотрите на башню Петровс всем своим телом. Почувствуйте, как внутри вашего тела пульсирует каждая клеточка. И каждая клеточка есть составляющая реальности, с которой формируются вот эти тоже внешние формы.